Население Магаданской области стремительно падает. По статистике Росстата, за последние 12 лет столицу Колымы покинули 15 319 местных жителей. Еще на 2008 год численность населения областного центра была 107 100 магаданцев. В последующие года она продолжала падать и на сегодняшний день составила 91 781 житель. По данным Росстата, на 2020 год на территории Колымы проживает 140.